9 августа чрезвычайный полномочный посол Королевства Швеции в Российской Федерации Петер Эриксон приехал с визитом в Казань. В ходе своего пребывания в городе посол посетил Казанский федеральный университет. Была проведена ознакомительная экскурсия в симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии с участием проректора КФУ Линара Латыпова. Сотрудники университета познакомили посла со всеми инновационными программами центра и продемонстрировали виртуальную больницу с самыми современными тренажерами и симуляторами. Линар Латыпов рассказал о всех новейших возможностях обучения для студентов. Проректор и посол также обсудили ресурсы сотрудничества. Очень долго хотел приехать сюда, в Казань, потому что я так много слышал о вашем городе и вашем регионе. И я должен сказать, что меня очень тепло встретили сегодня. Очень интересно, в том числе и здесь, в вашем университете. И мне кажется, что очень хороший, высокий уровень и очень интересный проект. И я очень рад, что я приехал сюда. Кроме того, чуть раньше посол посетил IT-парк и остался в полном удовлетворении от увиденного. Завтра запланирована встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.